Всем привет! Сегодня буду готовить очень вкусный яблочный пирог. В миску вбить яйца, добавить сахар и щепотку соли, хорошенько перемешать. Добавить растительное масло и сметану, перемешать до однородности. К муке добавить крахмал, соду и разрыхлитель, перемешать. Соединить обе смеси и замесить тесто. Добавить очищенные и мелко нарезанные яблоки, перемешать. Форму застелить пергаментной бумагой, вылить тесто и разровнять. Диаметр моей формы 20 см. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут. Готовность проверить деревянной палочкой. Готовый пирог остудить, при желании посыпать сахарной пудрой. Получается очень вкусный, в меру влажный пирог. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока! Всем привет! Сегодня буду готовить быстрый пирог на кефире. В миску влить кефир комнатной температуры, добавить сахар, ванильный сахар и растительное масло, перемешать. Добавить муку, разрыхлитель, соду и соль, перемешать до однородности. Форму застелить пергаментной бумагой, вылить тесто и разровнять. Диаметр моей формы 20 см. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут. Готовность проверить деревянной палочкой. Получается очень вкусный и ароматный пирог. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока! Всем привет! Сегодня буду готовить пирог с кокосовой стружкой. Все продукты должны быть комнатной температуры. В миску вбить яйца, добавить сахар и щепотку соли, перемешать. Добавить растительное масло, сметану и кокосовую стружку, перемешать. К муке добавить разрыхлитель и соду, перемешать. Соединить обе смеси и хорошенько перемешать. Форму застелить пергаментной бумагой, вылить тесто и разровнять.
По желанию сверху можно посыпать кокосовой стружкой. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут. Готовность проверить деревянной палочкой. Получается очень вкусный, ароматный, в меру сладкий пирог. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока!